Всем привет! Вы находитесь на канале «Создать сайт». Я рад вас приветствовать в рубрике «У вас вопрос? У меня ответ», в которой я отвечаю на интересующие вас вопросы. Кстати говоря, если вам нужна моя помощь в создании вашего сайта или вы хотите получить комплексный аудит и рекомендации по улучшению сайта, а также фактическую помощь по докрутке вашего проекта до совершенства, то записывайтесь ко мне на консультацию. Ссылка в описании. В прошлых видео я вам рассказывал о том, что такое домен и хостинг, а также где вам можно их подключить. Сейчас я вам расскажу, сколько в среднем вам будет стоить это удовольствие. Пользование доменом вам будет стоить в среднем где-то 180 рублей за год в зоне RU. Например, если мы берем хостинг провайдера RUCenter, то домен в зоне .com вам обойдется 890 рублей в год. Это примерно средняя цена по рынку, но есть и дешевле. Но я бы не стал гнаться за ценой, а обратил внимание на качество хостинга и отзывы клиентов. Что касается хостинга, то посмотрите, на этом же сервисе RUCenter стоимость хостинга варьируется от 129 рублей до 2249 рублей в месяц, в зависимости от количества сайтов, которые на нем можно разместить, а также от размера вашего хостинг-пространства, то есть так называемого диска. Посмотрите, не все подключения поддерживают технологию PHP. Обратите на это внимание, выбирайте тариф обязательно с поддержкой PHP для исключения возможностей возникновения недоразумений. Я пользуюсь вот этим самым популярным тарифом. Кстати говоря, цены за месяц указаны в случае, если вы произведете оплату сразу за год. Но если вы захотите оплачивать помесячно, то стоимость со 199 рублей данного подключения поменяется на 329 рублей в месяц. И даже эта стоимость кажется смешной за возможность ведения бизнеса в интернете. То есть, оплачивая хостинг за год, вы порядочно экономите. Вот как-то так обстоят дела с расходами на подключение домена и хостинга. С вами был канал «Создать сайт». Подписывайтесь, чтобы не пропускать качественный контент в сфере обучения сайтостроения без программирования и верстки. А также активируйте уведомления, кликнув по колокольчику, чтобы своевременно узнавать о новых видео. Хорошего вам дня и удачи в бизнесе!